Поехали. И все? Мы пошли. Короче, такими темпами мы, походу, до вулкана не дойдем. Ну, надо просто. И какая получается? Вот это? Полин, что ты подписываешь? Я подписываю договор о том, что нас похоронят с почестью. Мне кажется, меня просто роют земли без всяких почестей. Предсмертное обращение. Человек, который прошел 25 минут, сказал, что я готов написать завещание. Я не знаю, зачем я сюда пошла. Эти люди меня обманули, ввели в заблуждение. Они сказали, что нам будет очень весело. Весело только им. Я хочу каждую секунду идти обратно. Умоляю, оставьте меня здесь. Да. Уходите. Что-то мне пофиг. Пустые, давайте. Полина, я вас спросила. Мы дошли. Мы сделали это. Мы команда. Я хочу сказать, что это было реальное испытание. Никогда в жизни я не думала, что я могу вообще подняться на гору. Правда, вот когда идешь не один, это очень интересно. Честно сказать, когда мы шли, у нас было такое количество эмоций, а сейчас такое ощущение, что, хочешь сказать просто, я рада, что я пришла. Мы сделали это! Ты чего ничего не говорил? Свет, но солнце догорит, это знай, а я не успеваю, бросай, кто смелый, тот и первый горит. Океан, облака. Тебе понравилось? Очень. Я честно донесла яйцо это. Я его даже уже практически почистила по дороге. Мы собираемся идти обратно. Три яйца еще есть. Мы готовы к спуску. Are we going four hours? Five? Yeah. Really? Как с нами работать? Как вам спускается, дамочки? Ух ты, ёб твою мать. Я китайская бабушка в конце пути. Как дела? А теперь спускайтесь. Ты хоть посмотрела бы в камеру, когда проходила? Я исправлю ее ошибки. Так вот я, Оля, он столик. Женщина, вы чем торгуете? Как дела? Женщина, а сколько очки стоят, которые вот эти вот с синими? How much is that? $7. Скидка? Дискаунт? Но скидка. Вы счастливы? Мы адски устали. Я просто уже даже не разговариваю. Это очень тяжело. Просто ты уже в какой-то момент с таким удовольствием ложишься на камни, как никогда в жизни. Тебе настолько плевать на твои черные руки, что ты готов, в принципе, если они тебя приведут быстрее к дому, ты готов просто их лизать. Вот, а вообще, хорошо, что змей нет, либо мы их не видели. Если бы я была удавом, я была бы самым жирным удавом. Хотя нет, я была бы худым удавом, потому что мне было бы лень. А на кого я в вашем видео буду похожа все видео? Я китайская бабушка в конце. Ой, Свет, Валя, он такой. Мы очень не хотим идти дальше. Нам пора, все, до свидания. До свидания. Я, знаешь, куда иду? В бассейн. К Максиму Александровичу на виллу.